Танец дружбы. Ярким танцевальным парадом стартовал накануне во Владикавказе первый межрегиональный фестиваль детских хореографических коллективов. В честь открытия его представилось профессионалам – Государственному академическому ансамблю народного танца «Алан». Ребята, представляющие регионы юга России, представили владикавказским зрителям, среди которых особенно много детей, свой танец приветствия. В эти минуты в киноконцертном зале «Октябрь» завершается выступление прославленного театра танца «Гжель». Фестивальная афиша в материале Дзирасы Кайтмазовой. В очередной раз Северная Осетия стала центром объединения культур Южной Осетии, Адыгеи, Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаева-Черкесии, Дагестана и Ставропольского края. В течение 2 дней участники фестиваля «Танец дружбы» будут представлять свои творческие программы на сцене Североостинского академического театра имени Тхапсаева. Организатором танца дружбы стала администрация местного самоуправления Владикавказа. Фестиваль – хорошая возможность для детских коллективов показать свои способности и получить уроки хореографии от высокопрофессиональных педагогов. Мы знакомимся с культурами других республик. Естественно, хочешь не хочешь, это нормальная, здоровая конкуренция. Без этого роста нету. Мы стараемся, естественно, наша культура и наши танцы, и наши старания в лучшую сторону, чтобы мы... Каждым годом, естественно, никто не хочет быть хуже кого-то. И это очень большой толчок вперед для работы нам. Программа фестиваля очень насыщена. Второй день продолжаются мастер-классы по народно-сценическому и современному танцу для участников и руководителей хореографических коллективов. Проводят их студенты Института танца Государственной академии славянской культуры и артисты Государственного академического театра танца «Гжель». Помочь руководителям коллективов сориентироваться в современном мире народно-сценического танца, чтобы на деле, а не на словах, рассуждать и продвигаться в деле с развитием народно-сценического танца. Сегодня же за круглым столом прошла встреча главы Владикавказской администрации Сергея Зантьева с руководителями коллективов, участников фестиваля. Они обсудили вопросы организации форума. В конце встречи мэр вручил гостям благодарственные письма. Начало положено. Мы хотим вообще сделать ежегодный фестиваль. Может быть, даже в расширенном составе. Наша идея, мы, как говорят, ее запатентовали, поэтому будем рады вас видеть каждый год. Если еще коллективы будут, то с удовольствием мы примем их. Сегодня прошел конкурсный просмотр творческих программ коллективов, а вечером на сцене Североостинского академического театра имени Тхапсаева состоялся концерт прославленного Московского государственного академического театра танца «Гжель». Здравствуйте, Кайтмазова, Эльбрус Кудиев, Ролан Баскаева, Аслан Тебе, Вести, Алания.